Наблюдает за новостями региона не только по ТВ, но и в интернете. Один из отснятых нами материалов на нашем YouTube-канале просмотрели более 1 000 000 раз. Это видео о первых спортивных успехах маленькой иркутской гимнастки. Сюжет о первом выступлении Юлии Ждановой мы снимали еще в марте 2015 года. На тот момент девочке не было и 3 лет. Интерес зрителей к восходящей звездочке не пропадает до сих пор. Ну а мы продолжаем знакомить вас с главными событиями жизни региона. Наш YouTube-канал начал свою работу осенью 2013 года. С тех пор на нем появилось более 6 500 сюжетов. И это все ради того, чтобы в любой точке мира и любой момент времени вы знали, чем и как живет Иркутская область.